Здравствуйте, ребята. Две бандерольки сегодня пришли нам. Вот такие вот. Ну, как всегда, сейчас откроем маленькую с вами. Побыстрячку. По-быстренькому откроем. Ничего тут такого сверхнового нет. Я вас не удивлю. А наоборот, кое-кого разочарую, чтобы поставить дизлайки. Вот. Вернее, не разочарую, наоборот. Их обрадуешь. Они же любят дизлайки ставить. Они же подписаны, на них колокольчики нажаты. Так что не то, что у некоторых так это выбрасываем. Значит, что это? У нас вот такие вот пакетики. Это у нас в пакетиках для девчонок. Для девчонок, для наших красивых, потому что скоро весна. Весна скоро, да. Так, вот такие вот. Видите, ну это, видите, закрытые. Хорошо, что закрытые. Это присыпки для ногтей. Такая какая-то розовая. Ну, присыпки, кому, кто их интересуется, кто ими занимается, то знает, что такое присыпки. И все такое прочее. И прочее, значит, тут такая вот зеленая, а тут розовая. Ну и что хорошо, здесь вот идут вот такие вот штучки, которые припудривать это все дело. Вот и тут такая штучка есть. Вот. Это как она называется, там кисточка или хлобысточка, или что такое. Ну, так розовенькая, и это такая розовенькая. А это какие-то, ну, в общем, вот такие вот. Кому интересно будет, я ссылки обязательно в описании дам. Перейдете, посмотрите, кому интересует. Девчонки, ну и мальчишек, потому что скоро же весна, может, придется выписывать. Хотя сейчас такое положение. Но ничего ж, давно все, мы же оптимисты. Должно все наладиться. Сейчас их прям сразу отдаю, вот так вот беру, отдаю. Так, где вы тут находитесь? Нате, получите. Вы ждете, да? Ну вот, вы получите. Все, они получили, теперь нам уже легче. Теперь вот эту открою, подороже. Это стоит $14 за 18 дней. Ребята, 18 дней пришло с Китая. Значит, сейчас мы откроем с вами, посмотрим, что же тут такое. Конечно, конечно, сейчас положение не очень радует нас. Ну, что сделаешь? Что сделаешь, ничего не сделаешь, потому что. Но товары идут, еще. Так что будем открывать и будем с вами смотреть. Какая-то такая важная или что-то такое. Значит, что же здесь? А здесь вот такая вот находится камера. Камера. Вот. Сносили куры. О, сносили куры. Так, что тут? Ну, в общем-то, это комара такая, камера. Ну, как она? Ну, чуть-чуть так повредилась, да? Слегка. Значит, что она имеет? Какую-то, значит, это обратную связь, флешку поддерживает, смартфон, день-ночь, Wi-Fi. Так, ну ладно, давайте откроем, посмотрим, что это такое. Ну, это камера такая для слежения. Ну, можно поставить в детской комнате, там, ну, где-то кто там, ну, за кем надо не то, что следить, в смысле подслеживать, а держать, как говорится, в курсе дела, чтобы с этим человеком иметь какую-то связь. Вот, поэтому такая камера выпущена. Эту камеру можно установить, допустим, возле дверей, там, где-то в комнате, значит, посмотреть. Знаете, книжечка такая красивая. Ух ты, смотри, как. И тут все, даже цветные картиночки такие, все это, ух ты, все рассказано, все показано. Даже кому интересно, перейдете по ссылочке в описании на этот магазин, на эту камеру, и там есть, значит, что? Там есть видео, в котором видео там все показывает, как ее подключить, как она работает. Тут есть даже код, видите, согласно этому коду там можно, значит, найти в интернете, как его там, ссылку или что-то такое. Ну, в общем, то, что вам нужно, то вы и найдете. Вот, по этому коду. Вот. Ну и давайте непосредственно посмотрим. Камера там, значит, снимает разрешение 720, 730. Так, заклеено тут все у нас. Так, здесь у нас что? Давайте откроем. Камера. Что-то тут такое, да? Или пыль, или что это такое? Не пойму я такое. Вроде. Ладно, посмотрим это. Вот такая бумажечка. Здесь какие-то. Что это?
какие-то кнопочки. Но не буду я их пока... Пока ничего я не буду тут делать. Это вот для флешки вроде прорезь как будто. Вот, потому что я потом, когда ознакомлюсь, покажу вам, расскажу. Значит, здесь динамик, микрофон есть. Вот, очень такая хорошая должна камера быть. Значит, смотрим дальше, что у нас есть. Крепление. Крепление вот такое вот на трещоточке, да? Можно зажать. Ух ты, ты смотри, как, ничего себе, чуть-чуть зажал, и она уже так прочно закрепилась. Это значит, можно с помощью винтиков куда-то закрепить, либо так, либо так, либо так. Почему? Потому что здесь вот есть такое вот, ну, не очень глубокое. А вот еще нормально, гля, накручивается сюда вот, и камера... Пожалуйста, в каком хочешь положении она будет поворачиваться. А, вот здесь вот USB подключается. Ну, сейчас давайте посмотрим. Так, а что это такое? Зарядное, а что зарядное? Значит, что тут есть? Аккумулятор, наверное, я не знаю. Или просто для того, чтобы питать. Питать, значит, насколько оно тут, я плохо вижу тут. Значит, 220 вольт, 0,3 ампера, 5 вольт. Ага. Ну, плохо, это плохо, что китайская вилка, видите. Придется, значит, искать переходник. Переходник, ну, в принципе, тоже переходник. Если тут обыкновенную USB, то любое питается, то она от 5 вольт, значит, любое зарядное устройство подойдет сюда, и не обязательно использовать вот это. Так, что же здесь еще есть? Ага, здесь вот есть что. Значит, зачем-то вот они положили, я не знаю как. О, видите, два самореза или два шурупа, да, и глухарики вот. Интересно, таких еще не видел. И скрепка для чего-то такая, что-то вытягивать ее, наверное, надо будет. В общем, ребята, кому интересно, я говорю, там перейдете. Вообще там их очень великое множество различных. Но я почему это взял? Потому что цена приемлемая. Вот, вот здесь, на эту камеру цена приемлемая. И здесь вот такое вот крепление, которое можно зафиксировать. Камеру в любом положении. Это можно вот так и повернуть вот так. Значит, ясно, да? Больше ничего нету. Ну, я вам скажу, да, это самое. Как сказать? Почему так? А это чтобы вытягивалось, да? О! Для того, чтобы... Так. Ну, я же говорю, так все красиво. Ага, теперь попробую уложить ее сюда. Просто захотелось мне решить проблему с тем, что попробовать, как оно и что оно. Ну, просто заинтересовало. Такая камера, захотелось попробовать. Я говорю, кому интересно, будет в описании на ссылочку. Не забудьте за кэшбэк. Кэшбэк – это тоже реальный возврат части потраченных денег при покупке, при ответе, значит, получается, что возвращает кэшбэк. Да. Значит, что? Сейчас я буду потихонечку разбираться с этой камерой, что и как, и что зачем, и почему. Ну, а потом, когда получится, я вам обязательно включу и расскажу, и покажу. Значит, тут она и этот самый, на движение там, и, ну, в общем, перейдете, посмотрите в описании, ссылка. Благодарю всех за внимание. Разучился уже распаковки делать. До свидания.